Привет! Вы на канале «Делаем сами своими руками». И сегодня мы будем делать вазу из оригами-модулей. Я взяла цвета светло-голубой, синий и голубой. Вы можете взять любые цвета, какие вам нравятся. Размер модуля – 16-я часть от листика А4. Итак, поехали. Первый ряд. 6 светло-голубых модулей. Второй ряд тоже 6 модулей. Длинным носиком на себя закрепляем. Смыкаем поделку в кольцо. Закрепляем. Дальше мы будем добавлять модуль между модулями. То есть это будет третий ряд, 12 модулей будет. Добавляем. И четвертый ряд закрепляем. Третий, четвертый ряд, 12 модулей. Дальше в четвертый ряд тоже добавляем модули. В четвертом, пятом рядах, четвертый, пятый, шестой ряды будет по 24 модуля. Мы в четвертый ряд добавляем по одному модулю, пятым рядом закрепляем. Так, это пятый. Добавляем. Закрепляем. Шестой ряд. Ничего не добавляем, просто надеваем модули. 24 штуки. Седьмой ряд. Один модуль мы надеваем просто на краешки, как обычно. Один добавляем. И так по кругу. Один надеваем. Один добавляем. Добавляем и закрепляем сверху. Просто надеваем. Добавляем.
и всего в седьмом ряду 36 модулей. Восьмой, девятый ряд, 36 модулей. Сверху просто надеваем модули. Далее, десятый ряд, 3 модуля надеваем, как обычно. Один добавляем. И закрепляем. Опять 3 надеваем. Один добавляем. Итак, по кругу должно быть 45 модулей в этом ряду. Это 10 ряд. 11, 12 ряд тоже просто надеваем модули, 45 штук. Итак, 13 ряд. Добавляем синие модули. Надеваем 1 синий, 14 светло-голубых. Всего в ряду 45 модулей. Четырнадцатый ряд, такой же самый, один модуль синий, 14 светло-синих, всего 45 модулей. Итак, 15-й ряд такой же, как и два предыдущих, 15-й и 16-й ряд, то есть по одному синему модулю, остальные все светло-голубые, это будет 15-й и 16-й ряд. 17 ряд, один синий модуль, надеваем вот таким образом, дальше голубой, теперь 11 светло-голубых, теперь голубой модуль и синий. Дальше опять синий модуль, голубой, 11 светло-голубых. Синий, голубой, ой, голубой, синий, опять синий, 11 голубых, светло-голубых. Теперь синий, то есть голубой, господи, и синий цвет. Так, 18-й ряд у нас будет таким. Между двумя синими мы пропускаем эти два краешка. На них вообще ничего не надеваем. Здесь, здесь и здесь. Надеваем один синий, один голубой, теперь 10 светло-голубых.
теперь голубой и синий. Здесь пропускаем два краешка, надеваем синий. Голубой, 10 светло-голубых. Голубой, синий. Теперь пропускаем 4 краешка, надеваем синий модуль, голубой модуль, 9 светло-голубых. Голубой цвет и синий. Дальше опять синий, голубой, 8 светло-голубых. Итак, делаем поделку дальше. Следующий ряд. Один синий, один голубой, семь светло-голубых. Теперь голубой модуль и синий модуль. Тут дальше в остальных рядах то же самое делаем. Я сделаю один лепесточек у нашей вазы. Дальше буду делать вне камеры. Опять синий, голубой, 6 светло-голубых. Голубой и синий. Опять синий цвет, голубой, 5 светло-голубых. Четыре светло-голубых. Три светло-голубых. Дальше нужно сделать здесь также. Итак, после того, как у нас останется здесь три светло-голубых модуля, здесь дальше делаем совершенно другие ряды. Значит, первый ряд у нас будет начинаться с голубого модуля. Значит, один голубой, 4 светло-голубых. И еще один голубой. Второй ряд. Синий модуль. Надеваем
на вот эти вот модули. Дальше идет голубой модуль, три светло-голубых, один голубой и один синий. Третий ряд. Один модуль голубой, четыре светло-голубых, и один голубой. Четвертый ряд. Синий модуль, голубой, три светло-голубых, один голубой и синий. Пятый ряд. Голубой модуль, четыре светло-голубых и один голубой. И дальше таким же образом мы делаем до 30 ряда, 30 рядов, то есть эти 5 и еще 25 сверху, таких же рядов. Чередуем синий, голубой, светло-голубой, потом ряд просто голубой цвет светло-голубым. Ну, в общем, чередуем по такому же принципу. Итак, я сделала 30 рядов. Здесь у меня 30, ровно по 30 рядов. Дальше мне нужно сделать вот такие вот ответвления. Здесь внимательней. Это делать очень сложно. Так, первый ряд. В первом ряду мы на 3 уголочка надеваем один синий модуль. На 3 уголочка. Один голубой. Два светло-голубых. Один голубой. И опять на 3 уголочка. Синий модуль. Дальше я озвучивать не буду, просто внимательнее следите. На 2 уголочка здесь надеваем синий цвет. В третьем ряду на 2 уголочка.
Здесь на три уголочка надеваем три синих модуля. Ой, один синий модуль на три уголочка. Один голубой, один светло-голубой, опять один голубой и на три уголочка один синий. Дальше. Один голубой, два светло-голубых, голубой. Следующий ряд. На два уголочка синий модуль. Один голубой, один светло-голубой, голубенький и синенький. Дальше на три уголочка надеваем один синий модуль. Один голубой. Один светло-голубой. Нет, стоп. Еще один. Еще один синий. И, то есть голубой, синий на два, на три уголочка, один синий, два голубых и один синий, опять на три уголочка. Дальше один синий, один голубой и один синий. Теперь один синий на два уголочка, два голубеньких модуля. И синий опять на два уголочка. Так. Теперь один синий, голубенький. И синенький.
один синий, два голубых модуля и синий. Теперь на три уголочка один синий, здесь голубенький цвет, и на три уголочка синий. Так. Два синих модуля. Теперь три синих на два уголочка. Три синих модуля. Два. Три. Два синих модуля на три уголочка надо надеть. Так. Теперь один синий, два синих, и один синенький посерединке надеваем и так и оставляем. Вот такая вот ваза у меня получилась. На нее у меня ушло светло-голубых модулей 1300, это 83 листа формата А4. Голубых модулей 318 штук, это 20 листиков. Синих модулей 252 штуки, 16 листов. Ну все, всем пока, всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставим лайк. До встречи!